Андрей, и я представляю проект Bitfunctor, суть которого заключается в использовании блокчейн-технологии для создания реестра доказанного функционального кода. Собственно, это не чисто финансовый проект, это скорее инфраструктурный проект, связанный с технологией блокчейн. Возможно, кто-то из участников сообщества знает меня по участию в проекте Consensus Research под платформой NXT, где мы с коллегами занимаемся теоретическими построениями, связанными с алгоритмом консенсуса для криптовалют. Проект Bitfunctor не связан напрямую с криптовалютами, а связан с проблематикой неправильного кода, о котором наверняка все участники как бы знают или приходились с этим сталкиваться. Мы предлагаем создать в рамках хакатона прототип, демонстрирующий хранение функциональных элементов, а именно функции доказательств и спецификаций, и их возможность экстракции и для использования в работающих программах. Тема довольно сложная, она связана с элементами доказательного программирования. Я готов пообщаться с этим, по этим вопросам в приватной обстановке с любыми участниками, которые хотят попрограммировать на Haskell. Спасибо.